الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. Второй столб веры это вера в ангелов. نؤمن بأنهم عالم غيب غابوا عنا يعني لا نراهم نؤمن بهم. Мы должны верить в то, что это скрытый мир, который мы не видим. خلقهم الله من نور. Аллах создал их из света. يطيعون الله ولا يعصون. Они подчиняются Аллаху и не ослушиваются его. لهم أرواح. Они имеют души, дух. وأجساد. И имеют тела. وعقول. И имеют разум. وقلوب. И имеют сердца. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام. Мы должны верить во всех ангелов мира им. وبما علمنا الله من أسمائه. И должны верить в те имена ангелов некоторых, которых сообщил нам Аллах. وصفاتهم. И должны верить в их качества. وأعمالهم. И в их действия. والأخبار التي جاءت عنهم والله أعلم. И в те сообщения, которые дошли до нас по поводу ангелов. نعم.